giant like Andre. Got gunplay like John Wayne. My weed loud, that Star J. Hey, the block is on my face. My vision giant like Andre. Got gunplay like John Wayne. My weed loud, that Star J. Друзья, всем привет! В окопе на связи. Итак, не было давно голосовых разборов. Сегодня мы это исправим. Поехали! Первый этап, друзья. Самое главное на этом этапе, это нужно набрать правильный разгон, попасть в ямку и в дальнейшем вылететь из нее, и чтобы сработало турбо. Сейчас я видео немного замедлю. Смотрите, сделали перегазовку. Подлетел ротатор. Регулируем полет тормозом. И стараемся приземлиться прям идеально в эту ямку, на заднее колесо, и не отпускаем ускорение, чтобы здесь напрямую у нас сработало турбо. Отлично. Летим. Видим, появилась у нас на горизонте канистра. И мы начинаем снижение. Ныряем в ущелье. Все, и в дальнейшем просто летим к финишу. Если вы нигде не зацепитесь, то вы не потеряете разгон, и просто как нож в масло войдете, идеально будет. Двигаемся дальше, второй этап. Второй этап можно пройти гораздо проще на снегоходе, но мы не ищем легких путей. У нас задача набрать как можно больше баллов, поэтому мы используем скутер. Поехали. Итак, немного разгоняемся, скутер поднимает, поднимается на дыбы, и мы его сразу тормозим. Так раз, оп, отлично. Затем с двух колес мы подпрыгиваем и стараемся не задействовать ускорители, экономим топливо. Вот так, аккуратно. Приземляемся на спуске, ловим УПП, набираем разгон и подпрыгиваем. Нужно набрать обязательно хорошую высоту, чтобы долететь к канистре. И здесь мы подбираем канистру, ловим УПП и взлетаем вверх.
чуть-чуть совсем помогаем ускорителями и также хорошо подпрыгиваем, набираем высоту и летим к финишу, сжигаем все топливо. Прыжок, УПП, и мы на финише, все отлично. Можно постараться и выехать из 20 секунд. Ну и как я и говорил, перед этапом альтернативное прохождение на снегоходе. Тут все очень просто. Самое главное это, первое, не пропустить канистру, не перелететь ее, иначе бензина не хватит. И просто высоко не подлетать. Так, погнали. Обязательно читаем подсказки, которые я пишу. Вникаем. Вот здесь немного неудачно вышло. Высоко подлетел. Говорю, не надо высоко подлетать, а вот сам подлетел. Ну так вышло. Вот здесь аккуратно, не спешим. Подбираем канистру, монеты. Высоко не подлетаем. Отлично. И здесь так раз. Притормозили, собрали монеты, получили ускорение и летим к финишу. Также, если постараться, можно еще где-то секунду отыграть. За 22 секунды, то есть, можно пройти. Третий этап, друзья, пробовал я в режиме кенгуру, с амортизаторами. Не получается, то есть, не знаю, может быть, неправильную тактику использую или моменты приземления не те. В общем, не получалось у меня проехать дальше, чем без самих амортизаторов, то есть, с монеткой. Гораздо проще. Итак, поехали. Подобрали монеты, и здесь обязательно нужно аккуратно так вверх подлететь, чтобы зацепить канистру, монеты. То есть, как только мы подбираем канистру, мы не должны нигде застревать абсолютно, иначе просто бензина не хватит в дальнейшем. Поэтому рекомендую повторять за мной. Ловим УПП, подбираем монеты. Отлично. Итак, а впереди, когда вот перед нами такие выступы стоят, преграды, подъемы, мы стараемся их преодолевать с заднего колеса. То есть толчки делаем, да, не надо мордой вперед врезаться на машине. Вот как здесь, например, здесь обязательно надо прямо было въехать. Вот, и стараемся с заднего колеса преодолеть. Здесь также, где я подобрал монеты, только что можно было попробовать с заднего колеса сделать толчок. Ну, в принципе, много все равно бы не получилось бы отыграть, но тем не менее. Подбираем монеты, ловим ОПП, и здесь в конце по возможности также вот при приземлении старайтесь поймать УПП, да, и получим еще чуть-чуть ускорения. Поэтому вот, даже здесь, если бы были амортизаторы, я не знаю, как можно из этой ямки распрыгаться. Ну, мастера на режиме кенгуру, возможно, это и сделают. Заключительный этап, друзья, четвертый. Очень интересный этап. Так, мы притормаживаем, поднимаемся на заднее колесо и задействуем колесный ускоритель. Для тех, кто не знает, как используется колесный ускоритель, нужно проехать одну секунду, не отрываясь от земли, на заднем колесе. То есть везде, где только можем, задействуем колесный ускоритель. И здесь очень главный момент. Ловим, задействуем колесный ускоритель и ныряем сразу. Стараемся разбить как можно больше ящиков. То есть если все ящики разобьем, есть вероятность набрать там 13-14 тысяч баллов. Супер. Идеальный этап. Ну что, друзья, на этом все. Благодарю всех за внимание, за уделенное время и за ваш просмотр. Надеюсь, мои подсказки, как обычно, вам хоть немного помогут и ваши результаты улучшатся обязательно. Друзья, если вы не поняли какие-то моменты, вы можете у меня под видео обязательно это спросить, задать вопрос. И я постараюсь обязательно вам ответить.